Идем сразу же открывать следующий. Поехала. Давай мне нож какой-нибудь по-братски. Ну, чисто как... Первый донат в стендов, и у меня нож сразу же со второй попытки. Мой первый в жизни донат в стендов. Охереть, дожили, в стендов донат. Я сегодня решил лишиться, так сказать, своей донатной девственности в стендов. Я в нее играл, но ни разу в нее не донатил. Сегодня мой первый донатик. Меня интересуют вот эти вот два предложения. Либо 3000 голды за 2 косаря, либо косарь голды. Я думаю, для первого раза будет достаточно 900 рублей. 2000 рублей за что тратить? На что? На... Ну это дорого, камон. Поэтому задонатим 900 рублей. A few moments later. По щелчку пальцев минус 900 рублей на карте. Все ради вас, пацаны, все ради контента. У меня есть 1000 голды. Свой первый раз я смогу открыть всего лишь 10 лутбоксов. Мы сейчас откроем каждый по 2 раза. А потом на оставшиеся 200 голды откроем тот, где выпало самое прикольное, дорогое, возможно. А давайте, открываем первый. Я, честно, за скины стендоффа не шарю, поэтому вы в комментариях пишите, что здесь самое крутое. Крутим, 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 крутим! Со 100 треком дали скинчик. Сколько он вообще стоит? А, он, слушайте, он стоит 17 голды, кстати. Ну, это нормальный скин или ненормальный? Я, если честно, не шарю, пацаны, поэтому реально, вот вы сейчас смотрите видосик, я выбиваю скинчик, и вы в комментах пишите, какой из скинов топовый, потому что я вообще в этих скинах не шарю. Первый у нас есть, идем сразу же открывать следующий. Бро, я очень надеюсь, что тебе понравятся мои видеоролики по стендоффу. Подписывайся на мой канал и участвуй в конкурсе на 500 голды. Для того, чтобы забрать халяву, оформи подписочку на мой канал и нажми колокольчик. Я его проверю. Поставь лайк под видеоролик, напиши комментарий со своим ID в стендофф. Победитель будет объявлен в следующем ролике. Поехала. Давай мне нож какой-нибудь по-братски. Ну чисто как... Это же круто, да, что мне нож выпал, пацаны? Подождите. Сколько это стоит? 2000 голды, серьезно? Я вот просто закинул, и мне первый донат в стендов, и мне нож сразу же со второй попытки. Мне это нравится, идем дальше. Открываем следующий вот бокс. Поехали. Может быть, еще один ножичек? Нет, к сожалению, нет. Здесь нам дали какой-то карбоновый скинчик. Карбон лоховской. Открываем дальше вот боксик. А здесь нам падает. Еще... А, нет, смотрите, нам тут дали АВМ Драгон. 34 голды. Фейбл Тек 9. Открываем еще один. Церберус. 2 голды. Ну, дешманский. Один кейс, считайте, у нас стоит 100 голды. Мы из него выбиваем Юмпи, который стоит 2 голды. Но мы уходим в минус. Спасибо, Кэп. Так, давайте, открываем. Этот вот боксик. Открываем этот. Тек 9 тропик. 200 голды у меня осталось. Я ничего продавать не буду, ребята. Я сейчас просто открою вот этот вот первый лутбокс, в котором мне выпал ножик. Везучий, фартовый. А мы сейчас попробуем еще 2 раза открыть его. Поехали. Это что-то интересное. Сколько интересно это стоит? Эпический скин. Ах, копейки. Давай, последний разик. Последний нож, давай еще один нож мне! Нет, дали М40 грипп. А что я хочу сказать? В целом, попытка довольно хорошая. Я, честно, не ожидал, что мне выпадет нож. Судить по тому, достойный это дроп или недостойный, я не могу, потому что я за эти скины, честно, не шарю. Но в целом, если так считать, то мы окупились. У нас один нож только 2000 голды стоит. Вот. Я знатил 1000, 2000 рублей забрал, в 2 раза больше. Наверняка сейчас каждый из вас не понимает, а какого хрена этот фрифайрщик вообще зашел в стендофф? Ребят, все очень просто. Просто мне нравится стендофф. Что? Я хотел бы на своем канале начать снимать для вас контент по этой замечательной игрушке. Поэтому, если вам эта идея нравится, обязательно поддержите ролик своим отцовским лайкосиком. И, конечно же, напишите в комментариях, хотите ли вы видеть контент по стендоффу от отца Евгена. Надеюсь, что эта идея вам понравится и вы ее обязательно поддержите. Ну а на сегодня, ребятки, у меня все. Подписывайтесь на канал, если до сих пор на него не подписаны. С вами, как всегда, был отец Евген. Увидимся в следующем видео. Пока.